Доброе утро, драгоценные. Ну что, сегодня вторник, новый день, новые возможности. И продолжая немного говорить о том, о чем мы говорили вчера, сегодня мне хотелось бы немного пойти в Ветхий Завет и коснуться стиха из Иова, 2 главы, 8 стихе. И Иов говорит там потрясающие слова. Он говорит: «Когда моя душа изнемогала, я вспомнил о Господе, и молитва моя дошла до Него». Вы знаете, в нашей жизни бывают часто моменты, когда наша душа, она изнемогает. Что влияет так сильно на нашу душу? На нашу душу влияют какие-то внешние обстоятельства, какие-то сложности, трудности, вопросы, знаете, иногда просто даже эмоции. И мы не можем найти выхода, нет естественного решения. То есть мы не можем сами прийти к какому-то заключению, мы не можем сами найти выход. Нашей мудрости, наших знаний, наших способностей просто недостаточно. И наша душа начинает изнемогать. Как говорится, мозги пухнут. Невозможно ничего. Эмоции переполняют твое сердце. Ты не знаешь, что делать, не знаешь, куда бежать. Иов говорит: «Я вспомнил о Господе». Вы знаете, нам так важно в эти сложные моменты, трудные моменты не закрываться, не говорить о том, что все, я ничего не вижу, я не могу найти выхода. Но вспомнить о Господе. Просто вспомнить о нем и молиться ему. И Иов говорит: моя молитва дошла до него. Знаете, когда мы вспоминаем с вами о Господе, наша молитва доходит до него. Я знаю, также бывают моменты, когда ты молишься, при этом не вспоминая о Господе. То есть ты находишься в состоянии вот этого вот, душа, она изнемогает, она стенает. Ты вроде как молишься, но твоя молитва это скорее как некий ритуал, как, ну, я не знаю, как некое действие, которое ты совершаешь ради действа, но вспоминая Господи. Помни, что Он за тебя. Помни, что Он на твоей стороне. Помни, что Он всегда готов поддержать тебя в любой ситуации. Даже тогда, когда мы не правы. Нам важно помнить о Нем. Важно вспоминать о Нем. Молиться Ему. И наша молитва обязательно дойдет до Него. Дойдет до Святого Святых. Для того, чтобы Бог мог ответить на нее. И изменить все в нашей жизни. Я видел это много раз в своей жизни. Чего желаю и вам. Пусть Бог благословит вас. Хорошего вам дня, хорошей недели с Господом.